Ну его. Под крик. Кто это рыба? Ага. Поймешь, в чем с привкусом он? На хмель лежал, пыль от асфальта летела. Он живой. А говорите, ягодка. Вот это в фоне надо было кушать. Подать какую-то дырку. Мама. Просто супер. А я посмотрю на черный, там есть нет. А черную не люблю. А наоборот, не люблю красную. А раз красная, она, когда вызревает, она хорошая, вкусная. Кисленькая, я люблю вот так. Я все люблю кисленькую. Больше мило мне будет поесть. Чтобы они сюда не бегали бы. О, бабушка, присаживайся, тоже поешь. Пусть с нами мелко. Я просила тебя не просто так. Слушай, нарвать красную смородину. Давай так покушать. Открой. Ну, вся семья пришла. Спасибо за тишину. На 3 гектарах леса снять видео мне не дали. Нарвать может красную смородину. Чего? Да так наедимся, да и все. Да? Маленькая. С грядки оно вкуснее. Я сочно. Ну, когда кусок попался. А с банки уже не так. Сразу рассыпался. Сухо. Иди витамины поешь. Видишь, как ломается? Попался. Не будешь. Сухой. Не, какой-то рыхлый. Да. Вот. Катя, тебе все, надо стульчик принести, Катя. Не, ба, мы с ним тебе дома. Неудобно. Нормально. Вроде сейчас комары. Тебе так нельзя сидеть, Катюша. Бабуль, я быстро. Ребенку плохо, а Катя? Наоборот, так полезно. Да, конечно. Да, конечно. Угу. На мячике даже заставляют. Я пришла на огород, они все здесь. Иди сюда. Открывай рот. Бери все в рот. Жуй. Вырос большой уже. Ты посмотри, он будет большой ростом. Как мама. И папа, а папа что маленький. И папа хороший. Наелась? Угу.